Бойца и выступает за команду Москвы, параллельный зачет Ставрополь. Абдурашид Садулаев выступает за Дагестан. Кстати, ну вот иногда мы ждем бурю в конце схватки, а здесь, по-моему, все меняется с самого начала, с первых секунд. Гроза, молния, буря. Ну что ж, все эти эпитеты.
поддерживаем вас, уважаемые зрители. Как говорят, занавес, но какой! И давайте поаплодируем и Садуваеву, и Бойцаеву, потому что Владислав Бойцаев сумел, вы со мной согласитесь, создать настроение этому поединку.